находится Парадиз? Окна. Окна? Ну, контора окон Парадиз. С буквой Е на конце. А, так это не окна, это же эти потолки. Ну, же. Потолки. А вообще отлично, договора, да? Да. Алло. Ну, то есть можно понять, что это привезли оттуда. Где она находится? Оттуда-то все хорошо. Ну, вы это... Подержи в руках, Надь. Вот напомни людям про Махунцовых дом, где персональные данные. Ну да, было дело, мы нашли там 3 мешка с персональными данными. Да, а напомним, здесь получается что... все. Да, здесь прокуратура-то. Причем свежие от августа. Августа. Это новые. 05, 08, 19. Комсомольская 47. А, это не... Это где у нас? -139. Компания Парадайз. Или Парадиз, как у вас правильно. Ну-ка дайте сюда вот. Товарищи, то есть вы берете договор с человеком заключенный, скорее всего вот это вот скан-копия, это, наверное, вот раздвинь, это, наверное, кредитная, вот между этой, вот первую, вторую страницу открой, вот это открой, первую, вторую страницу. Первая. Первый договор вот копия, потом накладная, заказ покупатель, дальше вот что идет. Мне какой-то жук ест. Нет, все, по 2 листа у них. По 2 листа, вон договора. Кухня. Короче, тут видно, кто что покупает. Личные данные, адреса, все. В общем, вот все это валяется на этой свалке. Сумма. Персональные данные, нет, не слышал, вторая часть называется. Ну, господа из компании Paradise, это залет, я вам хочу сказать. Я думаю, что... органы обязательно отреагируют на ваши отношения к клиентской информации. И думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Внимательнее относитесь к документам. Люди не виноваты, что вы раздолбая, а им приходится страдать из-за того, что они свои персональные данные валяются вот здесь на свалке. Сжигайте, измельчайте. Либо храните. Есть особый порядок архивный хранения документов.